Сегодня на родину отправилась первая советская воинская часть из дислоцированных в Кабуле. Итак, настал черед жителей столицы Афганистана провожать на родину советских солдат. Конечно, не следует думать, что уйдут они отсюда все сразу и в ближайшее время. Вывод советских войск проводится строго по планам, в которых учтены все военные, политические, технические аспекты такой крупной боевой операции. Ровно через неделю, 15 августа, должен быть закончен ее первый этап. К этой дате советско-афганскую границу пересечет уже половина всего личного состава наших воинов, находящихся в Афганистане. Причем процесс этот идет гласно, без каких-либо ухищрений или уловок. Как видите, и сегодня здесь присутствует множество западных корреспондентов. В разных районах страны, а также на границе, работают военные наблюдатели ООН. Естественно, что неуклонное соблюдение Советским Союзом и Афганистаном Женевских соглашений продолжает изменять военно-политическую ситуацию в стране. Причем изменения эти не только позитивные, но и негативные. Последние относятся к силам вооруженной оппозиции, которые продолжают боевые действия, продолжают нарушать Женевские соглашения и ведет большую подрывную пропагандистскую работу, которую, кстати, очень сильно поддерживают информационные центры Запада. Распространяются различные слухи, листовки, предпринимаются попытки посеять панику. Ну, в частности, вот я сам слышал и по зарубежным радиостанциям о том, что якобы в тех местах, откуда ушли советские войска, сейчас установлена власть оппозиции. Это, конечно, совершенно неверно, заявляю совершенно ответственно, теперь вот отсюда, из Кабула. Кстати, буквально вчера вечером на пресс-конференции губернаторы провинции, откуда выведены советские войска, также подтвердили, что обстановка там стабильная, и воины афганской армии удерживают позиции, которые прежде занимали наши воины. Сразу несколько советских воинских колонн на западе и севере Афганистана уже движутся в эти дни к границе. Либо солдаты считают там часы до начала дороги домой.